Several people from Azerbaijan stand next to stage representing Azerbaijan. Ждем следующих участников. Следующие участники представляют Азербайджан. Причем Азербайджан они представляют, ну, примерно так же, как сборную Грузии по пляжному волейболу бразильские волейболистки. Ибо и Надин Ахмед, и Брюс Портер родились и проживают в Вашингтоне, что в Соединенных Штатах Америки. А судя по внешности, лишь только у Надин имеются кавказские, видимо, как раз азербайджанские корни. Явно не хватило этому дуэту и скорости исполнения, и сложности, да и чистоты выполнения некоторых элементов, так что оценки должны быть не слишком высокие. Тренируются у прославленного советского фигуриста Генриха Сретенского этого пара. Генрих Сретенский вместе с Натальей Аненко дважды попадал на пьедестал почета чемпионата Европы как бронзовый призер, даже трижды как бронзовый призер. И еще однажды этот дуэт занял вторую строчку на чемпионате Старого Света. Ну вот так до золота, к сожалению, Аненко и Сретенский ни разу не добрались. Ну, правда, тогда была такая конкуренция даже в советской сборной, что серебряные призеры на чемпионате Советского Союза практически автоматом попадали в медалисты чемпионатов Европы и мира. Сами понимаете, выступая в одно время с Натальей Бестемьяновой и Андреем Букиным, а после с Мариной Климовым и Сергеем Пономаренко, рассчитывать на что-либо, за исключением вторых мест, было очень и очень сложно. И тем почетнее второй результат Анненко и Сретенского в 1988 году в Праге. Третье место тогда заняли брат и сестра Изабель и Поль Дюшене. Ну, а сейчас азербайджанский дуэт, собранный из американских фигуристов. Достаточно опытная пара, правда, лишь единственный раз выступала на европейском первенстве и в прошлом году была 25-й. Спортсмены, но не должны быть высокими оценки. Ну не просто невысокие, оценки получаются, по-моему, самые низкие, да. До того на нижней строчке таблицы находились греки Кристо Гулакос и Брэдли Ягер, 15.83, и сейчас Надин Ахмед и Брюс Портер отбирают такую не самую приятную для